Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть. Продолжаем играть в XCOM 2. Долгая война у нас тут идет. Да? Такие дела. Итак, уничтожение ретранслятора. Мы прям сразу же врываемся, потому что в прошлой серии должен был я это сделать, но там некоторые проблемы у нас возникли. Наш регион там практически выкосили полностью. Два инвалида осталось в регионе сидеть. И непонятно, то ли их на конспирацию действительно посадить, то ли нехай сидят и привлекают адвент, а мы будем вламываться и качаться, получать какой-то опыт. Ну, как вариант. То есть и оба варианта имеют право на жизнь, я считаю. И, короче, надо подумать над этим вопросом. Но хотя я больше склоняюсь к тому, что надо на конспирацию их посадить. Итак, 14 врагов. Угу. Эту хрень нам нужно как-то... Так, мы прямо на краю карты. Нам нужно как-то запалить эту фигню. Да? На первом этаже она там, по-моему, стоит. Да, на первом. И как-то вот через окошечки ее бы... расстрелять без палева. Давай, малыш, вперед. Пошли, будем смотреть, какие здесь враги. Здравствуйте. Дрончик, дрончик. Дрончики, дрончики. Др-др-др. Так, а у нас? А у нас в квартире газ. Ефиоп, в принципе... может даже немножко прокачаться. Так. Чё, бежим? Давай сюда бежим. Так, и чё? Запалился, что ли? Я не понял. Ах ты ж, блин. О! Спайтер какой-то. Крисолиды. Блин, его сейчас спалят. Его сейчас спалят. Нет, они пошли в другую сторону. Вот смотри, какие толстячки прям такие, да? Прям такие толстячки. Так, этот улетает. Вернись, я все прощу. Зараза. Зараза. Ну-ка, давай глянем. Что здесь у нас? Процента. А давай. Красава. И вышка вырубается, соответственно, да? Так, еще плюс 3 взлома. Хорош. Так, давай, ты, наверное, встаешь куда-нибудь вот сюда, за полное укрытие с одной стороны, с другой. Так, все. Блин, тут еще отряд такой... как бы, который... Давай, пошли. Тут со всех сторон защита. О, да ну нет же, ну как так-то, ниндзя же. Блин, ну ниндзя же, его же мало видят. Мало палят. Ну-ка. Давай, усыпляй его. Со 100% вероятностью мы уже этих дронов бомбим. Можно, конечно, было атаку сделать и... Так, и чё, какой план? Слушай, там враги же. Надо как-то сюда быстренько перемещаться нам. Да блин, ну... как так-то, ну... специально побежал по краешку, чтобы никого не увидеть. 78. Оля! Ты меня просто убиваешь. Ты меня просто убиваешь. Давай, может быть, у нас же там стрельба на бегу, криты, все дела, поэтому давай попробуем. 6 урона.
Такой отстой. Ох, как мы сейчас огребем. Как мы сейчас огребем-то, а? Пойдет. Вообще пойдет. И ты еще атаковать можешь после плевка. Ну, мелкий дрищ, смотри. Эти крупные пацаны. Офигеть, он сейчас будет плодить этих. И Оля, сейчас давай. Тут защиты. Миллион. Критами херачат, ты смотри, что. Отравление. Так, дружище, с тобой прощаемся. Есть контакт. Так, дальше. Дальше. Блин, и вперед-то идти агрить. Как-то не очень, да? Ну а что делать? А что делать? Так. Блин. Ну давай сюда. Так, есть контакт. Дальше. Сейчас этот очухается, засранец. Ну ладно, его дезориентацию либо оглушение мы переживем. Да? Так, давай здесь. А, стрелять. 63, блин. Блин, надо было в упор к нему вставать, чтобы подобрать сразу же барахло это все. Дрон-наблюдатель снова действует. Там у нас парень в отраве сидит. Так. Тихо. Да ты завязывай, ну... Через такое расстояние пробегает. Дезориентация. Через такое расстояние пробегает и... Пофиг, да? Так, я не могу ничего сделать, кроме как пыщ-пыщу, лоло. Давай. Так, дальше. Там сейчас будут эти вылупляться, засранцы. Нормально. Нормально. Так, а отсюда мы его ниоткуда не увидим, да? Ни гранат, ни черта нету. Ну пошли вот так. Готово. Блин, и вот здесь все как-то не очень круто. Давай-ка мы, наверное, тебя что спрячем? Или сидишь? Давай, сиди. Так, передача данных, где сюда? Блин, надо было... О, конечно же, еще. Надо же было эту эвакуацию кинуть сразу же. Что-то я загнался. Давайте только стрелять, вы не будете сразу же, а? Да сколько у вас здесь этих дронов долбанных? Завязывай, ну. Отлично.
Завязывай. Мерзкие твари. Так, дезориентация снята. Работаем. 71, 71, 36. Так, давай, это тебе. Отлично. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Там на боеготовности никого нету. Никого нету. Так, ты сюда. Эй, ну... Как... Да что за хрень такая происходит, а? Капец какой-то, просто... Стоит долбанный ящик и перекрывает видимость, ну... Чё за бред? Так, ну-ка. Нормально. Еще минус дрон. Так, здесь. Блин, там солдат. Run and gun, один ход. Так, давай. Ты тогда и сюда. Эть, не достает, да? Зараза. Только этот и только этот. Ну, есть вероятность убить, конечно, но... Незначительная. Ну, давай закинем, посмотрим, что будет. Да. Не круто. А там-то кто еще стоит? Что-то я не понял. Вот это кто здесь? Откуда он там? Ракетчик, блин. Ты откуда здесь взялся, зараза? Тихо-тихо. Боеготовность. Сейчас зарежем. Пошел вон, а? Ух. Давай-давай, малыш, уворачивайся. Да, блин. Уворачивайся там, ну. Красава, просто красава. Так, есть. Подкреп... Блин, а эвакуацию-то чё я туплю-то? Ёлы-палы. 36%, офигеть. Ну давай, разок стрельнем и дальше по обстановке. Понятно. Можно было даже не надеяться. Так, поехали. Эвакуация куда-нибудь. Мы сейчас дружно все будем сюда куда-то перемещаться. Поэтому давай. Так, есть контакт. А, дальше работаем. Да, давай, наверное, вот таким вот образом. Кто там еще? Я что-то не понял. Ная, что ли, ну? Да вашу ж Машу-то, а, ну? Мало мне. 40 и боеготовность, да? Побежали. Побежали, побежали. Так, с тобой прощаемся. Так, и здесь. Побежали за полное укрытие. Оля бежит. Тоже за полное укрытие. Побежали, побежали. Быстренько, ребятки. Быстро, 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 быстро. Сраные сектоиды, сраный кроталус. Сейчас ты отведаешь командирской шашки. Уйди, а. Чё там? Отлично. Ну ты просто Нео.
Да что ты Бузмакову сегодня вообще влетает? За здрасте просто. Отстаньте от малыша. А, он зомбаря поднимает, хорошо. Так. И подкрепление сейчас будет. Сейчас будет подкрепление. Так, стрельба на бегу. Побежали. Хоть какое-никакое укрытие здесь у нас. Выносим. Выносим говнорей. Так, давай, Олечка, поближе. Кого мы там? Кроталуса флангуем, хорошо. Да что ж ты, ну отключены же царапины, ну. Вот ты ж. Тут 2 хп, блин, капец. Так, здесь ни докуда не добегаем, да? Так, нормально. Кто там рычит еще? Я не понял. И? А, что ж, надо было другого резать-то. А, там зомби. Я забыл про зомби. Я забыл про зомбаря. Здорово, пацаны. Давайте по-доброму разойдемся. Про тебя-то я и забыл. Нет, нет. Пошел вон от Бузмакова. Пошел вон. Козлина. Просто какая-то жесть творится. Что происходит, я не могу понять. Все пошло как-то не так. Так, ладно, дальше. 2 солдатика еще. И отлично, я спиной встал к тому, да, который... Работай сюда. Мог бы и посильнее стрельнуть. Так, здесь у нас патронов нет. Так. Чё, все, ходить никак, да? Блин, ну не знаю. Нормально. Там сейчас фланговал бы сейчас у нас. Да ты что, ты вот пытаются дострелить, да? Так, давай, вот этого. Сноси его нахрен. Так, есть контакт. Да ты издеваешься, но в самом-то деле... Вот это по-бодрому. Так, миссию сделали. 2 хода до эвакуации. Сейчас подкрепление еще придурок, блин. More of them coming in.
5 всего. Как-то несерьезно. Давай, Оля, не подведи. Я не знаю, что с ней делать. Постоянно мажет 80%, да? Так, чё? Так, ты сюда. Давай, Денис. Спецназ своих не бросает. Так, вы отваливаете. Эх, вот же лежит, ну. На тебе, падла. Наверняка это можно было сделать без потерь. Я еще, знаете, такой миссию начинаю, про себя думаю, такой, что-то, блин, давно потерь не было, ходим по грани. Жаль. Прости, Денис. Прости, друг. Так, шквальный огонь, это хорошая вещь. Блин, дырокол тоже клевая, но шквальный огонь это вообще must have. Давай, трудная мишень тебе возьмем. Ну, довольно редко, да, у нас снайпера сидят на верхотуре. Давай тебя на домашку, наверное, прокачаем. Чё у тебя, меткость 70? Блин. Давай, все-таки господствующую высоту возьмем. Один солдат, один безликий. Да, как-то вот так вот. We've located the site where Big Sky took off from. No immediate signs of activity. А, тут конспирация у нас стоит уже, да? Might have something. It's a weak signal on an open channel. Доктор Вален там у нас. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Основы исследований. 3 дня у нас. 3 дня, да? Ты заколебала хрипеть, ну? Лаборатория. Так, наверное, 123 материала, да? По-любому что-то можем продать там. Реле питания, наверное, инженера сюда надо одного посадить. Но хотя материала все равно нету, чтобы строить что-то здесь. Поэтому пускай расчищают. Ресурсы через 18 дней. Так, давай, ладно, бойцов посмотрим.
Мария через 2 дня у нас выйдет. Оля на 10 дней уехала. Жигалов 14. Пендель через 7 дней. Гуталин только 20. Блин, тут смотри. Ахматов 34 дня. Охренеть. Ну ничего, вроде как бы есть кому ходить, есть кому воевать. Мы тем временем что делаем? Мы тогда вот этих ребят ставим на разведданные, да? Частично. А частично на поиск... на поиск материалов. И, наверное, надо кого-то... А, у нас здесь сидит Елена, да? Охраняет это дело. Ну ладно, это будем продолжать уже в следующей серии сканировать. И наверняка там будут какие-нибудь миссии по уничтожению безликих там и тому подобное. В любом случае, ребят, все, всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. И прости, Денис. Все, ребят, пока.